поселке Афипском состоялся настоящий праздник спорта. На базе бывшего спорткомплекса «Андрей-Арена» открылся филиал краевой школы-интерната спортивного профиля. На торжественное событие приехали почетные гости – заместитель губернатора Андрей Коробко и министр спорта региона Серафим Тимченко. Поприветствовал юных спортсменов и глава района Андрей Дорошевский. Ребята, я искренне вас поздравляю с Днем знаний, с 1 сентября. Было действительно сказано очень хороших, добрых слов, пожеланий в ваш адрес. Наш губернатор принял правильное решение. Мы все его поддержим. В этом здании ребята будут жить, тренироваться и учиться. Есть все необходимое – библиотека, учебные классы, оборудованные по последнему слову техники. Питание в столовой шестиразовое, сбалансированное специально для спортсменов. На высшем уровне не только условия, но и преподавательский состав. Мы собрали хороший тренерский состав, это и воспитанники, и Кубани, и самое главное, это те люди, которые прошли футбольную школу в нашем футбольном клубе Кубани, были звездами и, наверное, уважаемые всеми, поэтому и здесь эти традиции будем продолжать. Ученики – ребята с 6 по 9 классы. Они здесь, кстати, отличаются от обычных. В каждом коллективе не больше 12 человек, что дает преподавателям время на индивидуальный подход. Благодаря тому, что дети максимально будут сконцентрированы на результате, на обучении, на развитии, это, конечно, даст плоды. Поэтому интернат есть задача, чтобы максимально оградить людей и сфокусировать их на предмете, на цели. Главная задача учреждения – подготовка спортсменов высокого класса. Первыми учениками филиала стали одаренные ребята со всего Краснодарского края и не только. Это Сочи, Туапсе, Омск, Томск, Ставрополь, Ростов. Ну, то есть ребята повсюду. Сейчас в школе учатся 88 человек. В ближайшие годы набор хотят увеличить до 120.